Ребятки, всем огромный приветик! С вами по-прежнему Верифони, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Брикрикс! Всем привет, ребята! Ну что ж, друзья, сегодня мы будем вновь прятаться от полиции. Это у нас городская маскировочка, друзья, прятки. В общем, мы прячемся уже по традиции на новой карте, ребят, Бриксвель. Ну как новый? В принципе, уже не новый. Просто здесь, ребят, огромное количество нычек. Это будет действительно круто. Я буду первый сегодня прятаться от Андрюхи, от полицейского. Я вот такой преступник, да. Андрей будет меня искать. Ну что ж, друзья, у меня есть уже, в принципе, нычка. Вот, осталось только скинуть Андрею 3 скриншота и, в принципе, мы можем начинать. Что? Только одно, друзья. Поставьте лайкосик, ну и, в принципе, поехали. Ну что, друзья, вот такая вот у меня жесткая нычка. Я думаю, что, в принципе, сложно будет, ребят, найти, потому что машинка, в принципе, ну, сливается с местностью, ребят. Очень круто, как по мне. Ну и вот такие 3 скриншота я скинул Андрею. В принципе, Андрюх, можешь смотреть. Да, особнячок есть, да, все правильно. Деревенька, маленькие домики и железная дорога. Все правильно, брат, все правильно. Ну, всё, можешь искать. Понял, где ты находишься, твою... Ты примерно понял, да, район поиска? Примерно, ну понял, давай, да, все. Так что я вот еду, я уже выехал, мигалки я работают. Я слежу, друзья, я слежу за Андрюхой, да, я вот, смотрю. Кстати, железная дорога. О, братан, интересно, переезд. Это та или нет? А это я та? Не знаю, брат. Интересно, а я не буду тебе подсказывать пока что. Пока не буду. Чуть поломался. Рановато, братик. Ну давай, ищи. Вот маленький домик. Не, ну в принципе это круто. Интересно, здесь вид. Ну да, посмотрите, это где тут особняк? Ага, давай. Давай, братан, давай. О, капец, капец, холодно, холодно, холодно. Холодно, да? Вот я вижу особняк. Особняк, да, кстати, здесь хорошо открывается вид. И вот, кстати, вот железная дорога. Вот эти заборчики, вот, кстати. Еще. И вот, собственно, домики. Ну, надо сейчас будет все объехать. Ну, давай, братан, попробуй. Ну, в принципе, брат. А вот здесь такая стройка, нычка довольно сложная, брат. Довольно сложная. Я не знаю, найдешь ты или нет, но прям это ультра сложно. Ну, вот я уже заезжаю в одно место, где ты можешь находиться. Давай, попробуй. Кстати, вот тут, возможно, и я и есть, брат. Да? Но я не буду подсказывать, да, я не буду говорить. Посмотреть, ну-ка. Мне, конечно, тут может, может и не быть, а может быть я тут и не, есть, братан. Чуть открутил, так что думаем, так что думаем, да. Уверен? Здесь нет, братик. Ну да, ладно, хорошо, ты можешь, братан, гудмод врубить на тачке, чтобы не респиться, чтобы подлагивания не было. Чтобы не было, да-да-да, чтобы не было никаких проблем. Ну если я вдруг перевернусь... Ну, проблемы водителя никто не отменял, братан, да? Ну, само собой, Брикрикс такая игрушка. Но ты хорошо посмотрел, ты хорошо, братан, посмотрел, что меня... Да, а тут нет. Хорошо посмотрел. А, ну ладно, ну ладно. Хо? А, ну ладно. Ну ладно, братан, ну ладно. Да, здесь нету. Поехал, брат, давай. Ну-ка, я смогу подлететь, может, я смогу выбраться. Выбрался, брат. Так, слушай, а с воздуха хороший обзор открылся, да. Жестко, братан. Так, а тебя там не было, я тебя вот увидел. Ну, слушай, неплохая тактика у тебя была, братан. Здесь тебя нет, походу. Да, меня здесь нет, брат. Ладно, хорошо. Вот он я, друзья, вот он я, вон он, Андрюха, вот он я, вот он, Андрюха, вот он я, вот он, Андрюха. Вид, да, на особняк, значит, да? Да, все правильно, все правильно. Надо объездить все домики. И, кстати, не забывать про крыши. Может, да, быть, не забывай, есть, братан, не забывай про крыши, братан. Так, тут mm-hmm. ничего нет, вот два домика я смотрел. Но смотри, ты в одном районе еще? В этом катаешься, братан, но скрины, ну, да, еще с другого района есть, брат. Другого? Да, ну, ну вот я знаю. Второй скриншот, братан. Ну да так, быстро, да? Второй скриншот, он где-то вот тут, вот, друзья. Так, вот тут все деревеньки объехал, все эти маленькие домики. Да, вот так, брат. Вот не вписался в поворот. Ну, что-то вообще у тебя нет, братан, коробочки мыслей. А вообще нет, ну, мыслей. Ну, вот тут может есть. Ну, попробуй, еще ладно. Можно было посмотреть. Ну-ка, здесь может что-нибудь есть. Да-да? Да-да, брат, да. Слушай, да, я, может, близко даже. А может быть и близко, а может быть и не близко. Не знаю, ребят, не буду я рассказывать прям все секреты сразу. Ну, попробуй посмотреть. Ну, конечно, какие же это прятки без секретов, ты что? Да, брат. Ну, вот эти домики остались, я даже не знаю, где ты можешь прятаться здесь. Нигде, братан, ну тут нигде в этих домиках. Значит, я не в них, брат. Ну, ладно. Ну, я еще не все посмотрел, Диман, ты меня можешь вполне обманывать, можешь. Ну, попробуй, я не знаю, брат. Ну, попробуй проедь, посмотри. И ну, мы да иссякли, прикинь. Ну, хотя еще там, тут не было. Сложно, тут да, братан? Не смотрел. Сложно, сложно, да? Ну вот, не и вижу, здесь нет. Все, братик, нету, да? Ну, к сожалению, не братан, не здесь. К сожалению, не в здесь этих домах. Ну, блин, а где тогда? Я не знаю, может, где-то в кустах спрятался. Может быть, брат. Ну, тут вроде ровная дорога, я не вижу вообще. Ну, попробуй, братан. Но ты был как-то близко. Я, правда, не знаю, когда, но ты был близко. Да, я не знаю, не буду говорить, когда, но ты был близко. Слушай, жестко. Ну я домики объезжал, ты как-то меня отводил от них. В ну другой да стороне... Конечно, да-да-да, где-то я здесь. Где-то тут, ребята, брат. Я думаю, а тут есть второй скриншот. А какой скриншот, он да, мне говорит? Да, про да, какой да скриншот? А вдруг, братан, я просто многоходовочка, и я тебя два раза как бы обманул.
Все может быть. А вдруг вот так вот, так, я тут не был, ребятушки, я тут не заезжал. А тут и никого, да. Тут никого. Офигеть, ребят. Я, может, стройку не посмотрел, не знаю. Офигеть, ребят, ну как? А может, где-то на крыше, я не знаю. Он был вот тут, друзья, жестко. Где я был? Не скажу. А, я тебя потерял. Не скажу, брат, где ты был. Но в один раз. Слушай, ты был максимально близко, братан. Сейчас максимально я отжимаю, значит, колесико мышки. Да, и что? И ничего, братан, ничего такого. Значит, не максимально, не максимально! А, ребята, не максимально отжал! А кто это тут у нас на лестнице стоит? Нашел? Натуре, это ты, Диман, давай слезай, нифига ты не ныкался! Ё-моё, брат, здорово! Опять выбрал, ой, ты на мне! Здорово, ну что, поехали, брат. Я тебе сдам в полицейский участок. Всё, арестовал, ребят, арестовал меня, друга. Блин, а как ты не заметил с первого раза? Ну, я, в принципе, понимаю, как, потому что высоко я был. А я нет, и вот смотрите, ребят, когда едешь, да, не видно. А машинка сливается, ты опять выбрал машинку, которая прям сливается. Так вообще, маскировка, друзья. Но, блин, это была классная нычка, но все-таки Андрюха меня поймал, ребята, Андрюха меня нашел. Ну что ж, давайте, теперь мы поменяемся ролями. Андрей, ищи себе нычку, ребят, сейчас он найдет, ну, и мы продолжим. Да, поехали. Ну что ж, ребят, Андрей у нас спрятался, в принципе, я готов, он скинул мне вот такие три скриншота. Что мы видим на первом? Какой-то завод, друзья, с одной стороны, потом я вижу какой-то железнодорожный переезд и просто город. И ё-моё, ребят, как я должен по этим скринам понять, где ты? Ну, я даже на самом деле район не понял, но в принципе, ладно, хорошо. Будем пробовать искать, у меня есть какой-то завод, зацепка, переезд, друзья, и город. Правда, я не знаю, с какой стороны все это сделано, да, будем искать. Ну, деревушка Бриксвель наша. Ну, начнем, ребят, наверное, с завода. Вот там вот я вижу трубы. Там как раз есть и переезд. И, в принципе, вот здесь да. можно сделать искренне. Ты, если что, летаешь, да, за мной, братан? Да, смотришь. Я вижу, все правильно едешь. Вот все переезд, правильно. Вон завод, получается. Вот, и вот, вот деревушка. Все правильно, походу. Ну, сейчас посмотрим, ребят. Не знаю, может горячо. Быть, это, конечно... Горячо? Реально? Горячо. Серьезно, ну, брат? Ну, не горячо, тепло, тепло. Ладно, хорошо, это теплее, интересно, теплее, чем у нас, ребят, сейчас на улице. А, я понял, хорошо. Ладно, сейчас попробуем с завода начать, ребят, в принципе, если я заеду на него, наверх туда. Давай, машинка! Это русские дороги. Так, смотрим, смотрим, ребят, смотрим. Аккуратненько, надо все прочекать, только погоди. Стоп, это не тот завод. Завод, завод. Нет, так это не тот. Ой, оказалось холодно. А, ё-моё, ты меня обманул, братан, или чё? Погоди. А, так и переезд не тот, ребят. Оказалось холодно. Блин, а, вон завод, вон другой завод. Все, я нашел, ребят. Вот там завод. Ё-моё, а я был уверен, брат, что я еду по нужному пути, короче. Я тебе помог. А ты еще говоришь тепло, я думаю, ну да, наверное, правильно. Нифига, друзья. А я быстрее, оп. Я быстрее перелетаю. Ладно, едем тогда, ребят, к тому заводу. Попробуем найти там. Но я не уверен, братан, что и там ты как бы есть. Но она тут плохо управляется. Ладно, а тогда с какой стороны часть города сфоткана? Ну, деревушки. А, может быть, с этой, друзья. Блин, вот тут уже надо внимательнее, короче, быть, друзья. Надо уже аккуратненько ездить. Да, теперь действительно ты ближе, чем был. Ну, понятное дело, вон этот завод. А где тут переезд? Погоди. А где тогда переезд? Стоп. Ищи. А, вот и переезд, друзья. Вот и переезд. Все, отлично, ой-ой-ой, я понял, ребят. Ой-ой-ой, вот здесь. Аккуратно. Все, короче, я понял район, ребят, где искать. Это самое главное. Дальше дело техники. Просто проехать все углы и найти. И все. В принципе, это будет несложно. Да. О, может, ты спрятался, где я в предыдущей серии, брат. Поищи. Вот здесь вот. Но вроде как я вот камеры верчу. Я не вижу, братан. Нет. Ну, мало ли нет, что. Нет. Здесь тебя нет. Не запутаешь меня, не запутаешь. Не вижу, ладно, но хорошо. Ты близко вообще, ну вот. Близко, ну район-то я уже понял, близко, да. Да. Вот район-то я уже понял. Я буду искать тогда, ладненько, дома ничего страшного. Дома не посмотрел, ну же город видно. Ну правильно. Сейчас буду, братан, не все сразу. А вот второй переезд, смотри. Тут они близко. Опа. Как бы. Ладно, пробуем. Ну, да. Но не вижу, братан, пока что домик, я ничего не вижу. Домик вот тут красивый, домик. Ё-моё, ладно, окей, хорошо, попробую теперь поискать вот здесь вот, ребят, в этих домиках, возможно, где-то тут. Ну, я могу ошибаться, конечно, но можно попробовать. Хотя, зачем искать здесь, если скрины были сделаны как бы с другого места? Где-то отсюда они были сделаны, брат. Сейчас попробую, может быть, где-то вот здесь спрятался. В ямах вот в этих вот. Тепло?
Реально? Ну, тепло, да. Ладно, тепло. Хорошо, будем искать, ребят. Окей, заезжаю наверх, аккуратненько. Аккуратно, ну чё, братан? Дороги такие. Ну да, ну, дороги как? Такие все. Ну, тоже тепло, ничего не могу сказать. А, ну ладненько, хорошо. Сейчас попробуем, ребят, сейчас попробуем. А, я не заезжал на стройку, брат. Я не заезжал на стройку. Но ничего, ничего, поезд, в принципе, все равно. Поезд хочет тебе принять. А, да, а как на строечку заехать? Может быть, ты там, братан? Может быть, ты на стройке? Даже не знаю, ну посмотри. Ладно, сейчас попробуем, посмотри, ребят, сейчас попробуем. Заезжаю. Ну как, если заеду вообще? Ладно, заезжаю, ребят, на строечку, смотрим. Да нет, брат, а где? Я здесь пустая был, стройка. Приезжал. Пустая. В прошлой серии, конечно. Никого не вижу. Стоп, ну скрины где-то отсюда, брат, и были сделаны. Да я ну, не стройка могу. Была видна, да. Я не могу здесь вообще заехать, братан. А где тогда? А каким образом? Где так примерно здесь? А-а-а, застрял. Ой-ой-ой-ой. Чё, ой-ой-ой, братан, чё, ой-ой-ой. Ничего, ничего. Вот ты застрял просто чуть-чуть, это видишь, стол застрял. А что смеёшься? Серьёзно? Серьёзно? Здорово, брат. Ё-моё! Эй-эй-эй, ты чё делаешь? Как? Просто я камеру поворачиваю. Как ты не спа... Я блин, поворачиваю это камеру. Стол, он просто да. помешал, Диман. Если б я не застрял, это братан. Это всё фонарный стол. Я бы проехал, я офигеть. Думаю, что ты пьёшься, блин. Посмотрите, ребят, на его нычку. Посмотрите, господи. Блин, а я старался, а ты офигеть. Быстро не даже скин, братан, подобрал. Даже тачку покрасил. Всё задумано, всё офигеть. Задумано. Всё так и было. Если честно, вот, если б я не врезался, братан, не повернул камеру, я бы выехал прямо, я бы не возвращался на стройку. Я бы просто не вернулся, я бы вряд ли нашёл. Это же жестко, блин, друзья. Ну что ж, на этом наш ролик заканчивается. Мы с Андреем надеемся, что вам понравился сегодняшний видосик. Наши нычки, это было реально потно, но мы сегодня друг это друга нашли. Эпично. Да, нычки были действительно классные. Не забывайте подписываться на все наш канал. Ссылочку на канал Андрюхи ищите в описании. Подписывайтесь на его канал. Не забывайте на наш канал ставить большие пальцы вверх, оставлять много положительных комментариев. И также, ребят, подписывайтесь на наши социальные сети. А ссылочки где? Ссылочки в описании. Ну а с вами сегодня были Оверифония. Всем удачи и пока-пока! Всем пока, ребята!